Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть Ivan Colony. И у нас проблемка. Проблемка заключается в том, что газ идет. Токсичный газ идет к нашей колонии. И мы можем отравиться. И, по-моему, так оно и будет. Для того, чтобы этого газа не было, чтобы не было эмиссии его, нужно строить сверху геотермальные станции. Вот как мы тут с вами сделали. Если этого не делать, то мы видим, что происходит, да? Что вот эти вот гейзеры, они производят токсичный газ. То есть тот нужно закрыть и этот нужно закрыть. И сейчас вот мы посмотрим с вами, что же случится, когда токсический газ придет в нашу колонию. Всем хана. Что самое интересное, вот именно в сторону нашей колонии. Вот смотрите, да, есть четыре стороны. Могло куда угодно попасть, но только не, не куда-то туда, где не наша колония. Но ничего, бывает. В общем, нам нужно изучить Санди Галч. Вот, поехали туда эти... Так, а где у нас тут забор воздуха? Вот забор воздуха, да? А здесь, в общем-то, тоже. Смотрите, как распространяется. Просто невероятно. Вот тоже забор воздуха идет. И сюда может дойти. Может быть, мы его с вами удалим отсюда. А что-то вместо него другое поставим, а? Пока есть возможность. Но как же без того, чтобы посмотреть, как тут колонисты наши будут выживать. Да, так вот, у нас появилась миссия. Оказывается, что уехали эти вездеходы, которые исследовали планету. Но дело в том, что у них заканчиваются запасы кислорода, и они срочно требуют помощи. Ну и в частности, вот эта вот штука нам, по идее, должна помочь. Поехать им и как-то там их вызволить. Так, что мы можем сделать? Может добавить людей? Но у нас людей не так и много, я вам скажу, да? Но давайте мы все равно добавим побольше. Активно, все, все вроде бы как... От нас, наверное, больше ничего не требуется. Нам нужно найти и спасти 4 эксплорера. Окей, ну каким образом? Это мы будем делать Idle. В общем, решил я пока что с этим... Мы разберемся обязательно с вами. Но проблема вот с этим газом как-то, ну как-то она совсем уж... Нехорошо. Нехорошо, если газ сюда вот зайдет. Смотрите, тут вот у нас два фана. Я предлагаю их разобрать по-быстрому и вместо них поставить что-то другое, которое не будет так засасывать, не будет затягивать эти газы и распространять их внутри колонии. Вот, поэтому давайте мы сделаем ресайкл сразу, да, и одного, и второго. Поехали. Пока газ еще не дошел сюда. Может быть, череп вылезет и его прибьет этим газом. Вот тут вот тоже вроде бы как распространяется, но так как-то, да, вот конусом идет. Давайте, давайте, работайте, работайте. И вместо них мы поставим с вами вот такой вот фильтр, которому все равно. Есть газ, нету газа, ему абсолютно все равно. Ставим. Так, тут тоже где-то могут быть фильтры. Но по идее, вот он только, да? Где-то здесь. Так, хорошо.
Я считаю, что нужно убрать все и уже не зависеть потом от этих газов. Ага, все, он уже закончился, да? Не дошло до этого. Но все равно было опасно. Было опасно, и мы с вами знаем, что, в общем-то, ветер подует куда-то сюда, и вот, все тогда. Конец всему. Поэтому давайте тоже переделаем это. Так, хорошо. И с экспедиционным центром. Что-то тут у нас людей много, но дела мало. Окей. Давайте смотреть. Вот у нас... Что мы можем исследовать на нашей планете? С помощью вот этого вот исследователя, да? И нам нужно найти 4, вот они, 4 штуки, те, которые поехали исследовать, и заканчивается у них кислород. Так, да. Этого тоже. Вот. Вот как-то так, и надеюсь, что приедем. Потом вот здесь вот что-то у нас есть интересное, да, вот это вот непонятно. Давайте вначале это сделаем. Так, смотрим, что-то там загрузка какая-то идет, что-то происходит. Вот как он выйдет, непонятно. Я вот уж начал было думать, может быть, что у нас ничего не происходило. Может быть, вот эти мешают... коридоры, но так как у нас это же корабль, да, он взлетел, да и полетел себе. Все, куда-то улетел вдаль. Экспедиционный центр начал работать. Что? Не может не радовать? В конце концов. И здесь вот нам говорят о том, что после каждого нашего выполненного задания мы будем давать тебе commendation. Когда ты заработаешь 6 commendation, то мы дадим тебе какую-то награду. Но я только за. Так, смотрите. Извиняюсь. Смотрите, у нас есть 200, вернее 300 популяция, да, скоро будет. У нас, вот правда, с едой пока что не очень. Поэтому нужно добавлять сейчас еще ферм. И эти фермы сразу будем ставить. И, возможно, поташ еще нужно будет использовать. Но это уже такое. Это тогда, когда у нас еды будет меньше, еще меньше. Наверное, вот так сделаем. И сделаем вот это вот квиноа. Да, что-то съедобное. И очень хорошо здесь произрастает. Так, и еда у нас тогда пойдет более-менее нормально. Потому что сейчас всего 13,9 на колониста. Конечно же, этого мало. И, наверное, еще какой-нибудь... Что у нас тут такого вот... Барли. 60, 70, 60. Ячмень тоже будем производить. Колонистов много, еды у нас мало. Ну хотя бы воды много. Хотя говорят, 10-1 на колониста, этого мало, да? Но мы с вами видели, что у нас здесь, смотрите, да, у нас тут вот воды масса. Мы можем ее выкачивать, мы можем эту воду делать из воздуха добывать. И даже что лучше. Вот, а можем
улучшить тот, который у нас уже есть. Где-то помпа тут у нас была, вот она, да? Она и так уже хорошая. 22 на колониста давайте добывать. Так, паладин Rescue Explorer. Все-таки одного мы где-то нашли и... Вы заслужили один commendation. Ага, вот он где находится, смотрите. Ну, прекрасно. Дальше, мы изучили что-то здесь. Вот. По-моему, много мы чего тут изучали. Еще больше будем изучать. Смотрите. Expedition Upgrades. Вот даже такая у нас есть штука интересная. Зориум бомбы, которые будем сбрасывать на червей. Медицинский центр. Улучшение двигателя. Улучшение сканеров. Щит. Ну круто, что я могу сказать. Это все нужно изучать. Зададим нашим работы. Ученым. Дальше. Здесь у нас не производится ничего почему-то, да? Химический. Улучшает на 3% счастье. Давайте сделаем счастье для наших колонистов. И здесь у нас муки достаточно. Хватит уже. Теперь мы можем производить хлеб и можем производить энтари хлеб. Вот также можем производить пасту. Пориджа хватит нам уже. Референдум у нас скоро будет. Так, недостаточно работников, но они постепенно прибывают, мы с вами это знаем. Плюс ко всему же давайте используем поташ. У нас есть поташ и желательно его... Что это, что мы тут производим? Желательно его произвести, вернее, там использовать, где у нас много работников работает. Например, вот здесь, вот, да, у нас канову эту производят. Что-нибудь такое хорошее лучше. 5,6 производится. И плюс еще бонус давайте сделаем. 7,9. Вот также сюда нужно побольше людей, чтобы быстрее... Колонисты к нам прибывали, быстрее их обрабатывали. Вот, и все равно я вижу, что не хватает немножко воды нашим колонистам. Как бы там ни было. Наверное, все-таки придется строить... Вот, давайте поставим атмосферный конденсатор. Вот я хотел его где-то здесь поставить, но придется ставить там, где есть место. Так, хорошо. Полицейские дроны летают, работают. Паладин из Idle. Почему? Так, а возвращаться не надо домой? Возвращайся, а потом полетим дальше исследовать. Новая миссия. И нам говорят о том, что нашел этот экспедиционный корабль, нашел червя, который сдох там где-то. Вот, ну хорошо. Как только прилетим, сразу полетим его исследовать. Нам говорят, что нужно его исследовать, и чтобы понять, что это за черви, как они живут вообще и почему. Они до сих пор тут живут. Так, и вот сюда нам тоже нужно будет сделать коридор и еще одну станцию, чтобы отсюда газы не выходили, да? И вот тут вот то же самое придется сделать. Это нам нужно забрать, раз мы уже здесь рядом.
что там у нас? Склады есть, все нормально. Воздух более-менее нормальный. Все хорошо. Так, и еще одна геотермальная станция. Так, воды мало. Мало все равно. О, снова таки червяк. Где там наши плазменные? Стреляйте, стреляйте по нему. Где? Работай. Что ж она не работает? Далеко он слишком, наверное, от нее, да? Она даже отвернулась, смотрите, в сторону. Но, правда, он и недолго как-то. Не нравится ему соседство наше. Неудивительно. Так, тут никого нету, но ничего страшного, что здесь никого нету, потому что ачивку мы все равно с вами получили. Descending. Где-то приземляется. Где? Непонятно. Ага, вот он. Прилетел. Наконец-таки у наших колонистов появилась возможность покидать пределы колонии, да, и летать. Ну, понятное дело, что они и так могут возвратиться назад на колониальный корабль. Так, где там, говорили, сенс этот песочный этот червяк? Кто его знает? Вот это может... Нет, это Crushed Vessel. Landing Site. Еще один, да? То есть еще одну колонию здесь мы можем, что ли? И вот он, ого, далеко. Ну давайте. Давайте изучать. Так, хорошо, у нас еда пошла вроде бы как. Давайте мы еще, наверное, где-то тут у нас чуток побольше людей и поташ используем. Шесть commendation, 4 у нас уже есть. И Entari Outmill нам нужно экспортировать. Entari Outmill. И импортируем 300 пасты, хорошо? Опять! Теперь уже вот этого, да? И тоже, конечно же, сюда она. Несмотря на то, что ветер вроде бы как в эту сторону. А газ против ветра почти, да, летит сюда. Ну, хорошо. Пускай летит. Нам абсолютно все равно. Он сюда не долетит, это раз. А во-вторых, смотрите, пока он сюда доберется, он бы просто... Он сюда не доберется, и все. У нас уже почти все заменили мы. Герметичная колония полностью почти. Может быть, последний вот этот тоже поменять. Кстати, воздух у нас так себе. Тут не очень-то чистый, да? Вот тут вот хороший, а тут такой себе. Нужна фильтрация.
Так, и давайте посмотрим, где еще мы можем его поставить. Вот в центре колонии. Ух, ничего себе, прошелся. Смотрите, да? Well done, governor. We'll put a junior governor in charge of this colony as you move on to new challenges. Отлично. Канцлер нам с вами дали такой вот ранг. Каландра is recovering nicely. We've subjected the object she recovered to analysis, and it immediately pinpointed the location of a few unusual structures. Your next mission will be to start a colony at that location so that we can analyze whatever it is that Calandra's object pointed us to. Pack your coat. We'll be taking you to an Arctic zone called Azara Falls. Вот, насколько я понял, нам нужно основать еще одну колонию. Вот, наверное, там, где мы с вами видели, да, вот. Виктори. Все, да. То есть эту карту мы с вами полностью тоже прошли. С чем я вас и поздравляю. О, птицы пролетают, и ничего так. Сквозь газ. Вот, и у нас почти 300 колонистов. У нас довольно-таки неплохо развитая структура. Ну, говорят, что victory. Claim victory. И так как мы с вами закончили Сэнди Галч только что, да, у нас доступна следующая миссия. И это у нас Азара Фоллс. Вот, это то, что мы типа нашли с вами где-то, да, пролетели и нашли вот такую вот область где-то на севере планеты, и теперь там тоже нужно будет сделать колонию. Вот, но я думаю, что это мы с вами будем делать в следующих частях, я на этом буду с вами прощаться. Спасибо всем за внимание, удачи и всем до следующих встреч, пока!